В Ташкенте продолжается чемпионат мира по дзюдо. Лидер команды Казахстана по дзюдо Елдос Сметов стал бронзовым призером данного спортивного состязания. Жамбылский спортсмен выступал в весовой категории 60 кг. Встретить чемпиона на Улетинской земле собралось немало народу. Жамбылцы бурными овациями встречали бронзового призера чемпионата мира дзюдоиста Елдоса Сметова. Елдос Сметов в очередной раз доказал, что он сильный дзюдоист. Подчеркнул, не только в Казахстане, но и во всем мире. Нет казахстанца, который не обрадовался этой победе. Сегодня во дворце спорта собрались все ребята, которые услышали, что приедет Елдос, чтобы пожать ему руку и сфотографироваться на память. Эта победа – огромная мотивация для подрастающего поколения. Пусть в нашей копилке будет все больше медалей. Позвольте поздравить Елдоса от имени всех казахстанцев, жамбылцев. Напомним, в главной для себя схватке турнира он встретился с Дильшатбеком Баратовым из Узбекистана. Основное время закончилось без набранных очков. Однако в дополнительное время Сметов провел контратаку, что принесло ему победный балл – бронзовую медаль. Он в очередной раз продемонстрировал свою чемпионскую ДНК. Зудо крестмен. Без сейчас на вас на войне с пележатром. Был зудо крестмен. Килю, месею, полванезму. Дзюдо занимаюсь с 5 лет, а пришел в данный вид спорта благодаря родным братьям. Первый тренер Ахмед Жумагул научил меня первым видом борьбы, адаптировал к данному виду спорта. А затем мой личный тренер Галымжан Жылгильдиев позволил выйти на мировую арену. Одним из самых значимых соревнований в этом году является именно этот чемпионат мира, на котором я завоевал бронзу, чему очень рад. Отметим, что для казахстанца эта медаль стала третьей на чемпионатах мира после золота 2015 года в Астане и бронзы в Токио в 2019 году. Данасамат Нурланбек Турсын, Ернар Сатыбалды, 77 News.